Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель. Пробег на автомобиле 155 тысяч километров. На этом автомобиле я сегодня заменю масло в редукторе переднего моста. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту и сливаю старое масло. Поднял автомобиль, снял здесь защиту. Вот сливная пробка у нас с переднего моста. Здесь четырехгранник 3 восьмых. Откручиваем пробку. Ставлю тазик и выкручиваю пробку. Масло заливное пока не выкручивал, поэтому масло немножко будет плюхать. Но масло грязное. Обратили внимание, когда я открутил, как она плюхнула? Разрежение, вернее, напряжение в мосту было, это значит вентиляция, сапун подзабитый. Сейчас сниму трубку и продую ее. Масло практически слилось. Выкручиваем заливную пробку. Заливная пробочка вот эта вот шестигранная, шестигранник на 8. Такая вот пробочка. Теперь залью буквально чуть-чуть масла, грамм 100. Передний мост буду использовать оригинальное масло TYK5010. Масло будет наверняка Castrol. Да, масло Castrol SAFXO. Открываю его. И залью 100 грамм. Передний мост у нас идет всего 600 грамм. Я немножко, чтобы продавить масло. Буквально совсем чуть-чуть. Вон масло потекло, видно. Я сказал, передний мост 600 грамм идет. Ошибся, там 800 грамм идет. Закручиваю пробочку.
Теперь вот здесь вот сверху у нас шланг сапуна. Вот я на него прямо свечу. Шланг снимаю со штуцера. Все, шланг я снял. И попробую сейчас дунуть в редуктор. Так, ну, сам штуцер продувается. Теперь достану шланг и дуну в шланг. Вот этот шланг. Все, дуется, но вверху там крышечка стоит. Дуется. Туговато там, типа клапанка. Одеваем на место. Все, я сапун надел. Теперь заливаю масло. Все, налил масло до того момента, как оно побежало. Пусть выбегают у нас остатки, излишки. И помимо этого, когда оно выбежит, я еще его откачаю. Грамм кубиков 50, наверное, 70, чтобы было ниже уровневой пробки заливной. Почему? Потому что на ландроверах на них болезнь. Это не как у японских автомобилей, надо заливать по уровневую пробку. Надо заливать миллиметров на 5 ниже уровневой пробки. Тогда сальники будут жить нормально, не будут бежать. Обратите внимание, если даже у вас бежит сальник, ну не то что там ручьем, но бежит, мокреет, можете залезть смело, откачать немножко масла ниже уровневой пробки, примерно миллиметра на 4-5, и у вас, возможно, редуктор перестанет бежать. Вот такая специфика у редукторов. Ну, масло практически вытекать перестало. Беру шприц. И откачиваю 50 кубиков. Масла. Теперь, если взять щуп и замерить, сейчас даже проволочку возьму, замерю, насколько стало ниже. Ну, перед этим пробочку наживлю.
и смою вот эти подтеки масла. Обычный очиститель карбюратора. Хорошо видно, как он смывает и обезжиривает масло. Выкручиваю пробочку. И замерю проволокой. Вот загнул проволоку крючком 5 миллиметров. Даже можно еще убрать масло. Убрал я еще 40 миллиграмм. 40 кубиков. И замеряю проволочкой. На проволочке мокрый кончик. Вот она. Вот так вот должно быть масло в редукторе. Закручиваю на место пробку. И все. На этом замену масла в редукторе переднего моста я закончил. Всего вам доброго.